Всем привет! Меня часто спрашивают, как у вас переключаются окна, как быстро меняются интерфейсы, какие инструменты вы используете, как они называются. В общем, я решил создать некоторое количество видео роликов, которые просто расскажут, покажут, как пользоваться Visual Studio, какие у него возможности есть, и не только Visual Studio, другими инструментами для разработчика. В общем-то, я надеюсь, что когда я поделюсь своими наработками, вы поделитесь своими, и у нас будет достойная коллекция. В этом видео речь пойдет о Visual Studio. Visual Studio у меня версия Enterprise. Да, мне повезло, у меня есть подписка. Я бы вам хотел показать, как использовать вот этот вот инструмент, который называется Layout. Вы видите, у меня здесь уже запрограммированы некоторые лайауты. Дело в том, что я использую еще и ReSharper, поэтому вот некоторые из них непосредственно прям привязаны к ReSharper. Но суть в следующем. Смотрите, шорткуты показывают, какой конкретный поставится лейаут. Ну, в данном случае вот Alt Ctrl 1, я его просто нажимаю, вот у меня он сейчас активный, ничего не произменилось. Я нажимаю Alt V2, соответственно, смотрите, у меня открылось окно Test Explorer, Solution Explorer уменьшился по ширине, осталось место для конкретного работы с тестами. Я нажимаю Alt F3, у меня появляется To Do Explorer, на самом деле, это часть ReSharper. И, собственно говоря, здесь мне показывается список моих тудушек, которые под меня заточены. Я нажимаю Alt Ctrl 4, и у меня появляется Template Explorer, который тоже является частью ReSharper, соответственно, Solution Explorer чуть-чуть увеличился. Ну и, собственно говоря, так далее. Я бы хотел вам показать, что этим можно очень легко управлять и как это создается. Ну, мне для того, чтобы пересоздать мои тудушки, мои лейауты, извините, я ничего не буду делать, я вам просто покажу. Смотрите, первым делом, что мы делаем, это мы создаем тот лейаут, который нам нужен. Ну, допустим, вот я хочу сделать вот так. Я, допустим, хочу еще открыть какую-нибудь вьюшку. Ну, допустим, это будет output. Извините. Вот. И я теперь просто нажимаю сохранить лейаут. Пусть он будет у меня дефолт. Так как у меня дефолты уже существуют, я нажму Enter, она меня спросит перезаписать. Ну да, хочу перезаписать. Собственно говоря, если я сейчас буду переключать Alt 2, вот где Text Explorer, или Ctrl Alt 1, соответственно, вьюшки переключаются. То есть я могу переключить layout Visual Studio непосредственно на ту работу, которую я делаю. Мне кажется, это на самом деле очень удобно. Во всяком случае, это экономит кучу времени, чтобы вот таким вот не заниматься, как я сейчас, каждый раз. Достаточно всего лишь сделать это, сохранить. Причем эти настройки сохраняются в профиль Visual Studio и подгружаются при последующей установке автоматически. Вот так, друзья. Пожалуйста, пишите, если будут вопросы.